Звук включен. Ну вот, наконец-то мы в прямом эфире. Сколько лет, сколько зим, да? Всем привет! Давно не заходили в прямой эфир. Всем привет! Всем привет, 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 ребятушки! Как у вас дела? Как настроение? Скоро с Олечкой поедем погуляем. Дождем людей, что должны за нами заехать. Поедем на Воробьевые горы гулять. Позже расскажем. Сюрприз. Для вас всех сюрприз. Платье красивое. Спасибо. Как у вас дела? Кто откуда? Рассказывайте, какие новости. Погода в Москве какая сейчас? Пасмурно. Пасмурно, угу. Холодно, зябко, сыро как-то. Чувствуется прохладно уже. Уже осенью такое пахнет. Ощущение, да, какую осенью? Зимой уже это, зима наступает. Ну, честно говоришь тоже. На ноги, понимаете-то? Из Москвы тоже кто-то пишет. Я из Кемерово. Кемерово, привет. У нас дела хорошо, дружочки-пирожочки. Вот сидим, кушаем. Олюшка моя, вот йогурты пьет. Скучаем по вам. У вас получилось с новой квартирой. Ой, мои хорошие. Ну, пока ищем, пока в поиске. Живем здесь. Но если у вас есть предложение по поводу квартиры, и вы можете нам посодействовать и помочь, пишите Оле в директ и скидывайте предложение. Или Димке пишите. Либо мне пишите. Уфа, привет. Уже с этой квартиры уже, я уже замоталась просто, у меня уже сил нет. Такой бред. Квартир просто миллион. Но то, что предлагают, мы ездим на встречу, тратим Миша, время. Миша, бренды, мы выезжаем. Миша Лермонтов пишет. Мишка, мы тебя ждем, Мишка! Мишка, мы тебя ждем, приезжай, заезжай за нами, мы ждем. Сейчас переоденемся потеплее, одену что-нибудь. Да. Кардиган нужно уже доставать, уже кожаную куртку. Ну, так все. Блин, одевай. Лета толком не было. Капец, так жалко. Также пишут, Оля, когда будет уже эфир про твои волосы, когда уже этот проект новый запустится? Ой, да там все в целом, там не только про волосы. Вообще интересный проект, мы уже пилот отписали, вот в сентябре ждите. Бьюти. Будем запускать новый проект, вот. В главной роли я, естественно. В главной роли также тоже Дмитрий Дмитренко, семья Дмитренко. Да ладно, что ты тоже? Вот. Мне предложи. Да, ну люди все пишут. Я рулю. Да, ну понятно, ты как паровозик. А я локомотив. Вот, это правильно, Мася. Люди вот даже пишут, говорят, берегите друг друга, вы очень замечательная пара, красивая. Я спасибо вот успеваю читать. Души. Да. Рапунцель пишет. Пишет, Оля, ты беременна? Почему-то все пишут постоянно. Ты беременна, беременна? Оля, ты что, беременна у меня, что ли? Тимон, неважно. Так, что там? Вы развелись? Нет. Это клевета, это все слухи, чушь вообще не слушайте. Это лишь бы вот люди, вот понимаете, вот им. Скучно. Мы ушли такие затишье, знаешь, как бы, ну, мы сейчас занимаемся своей жизнью, и тут как бы не надо что-то такое придумать, провокацию. И, конечно, неприятно это слышать. Я всегда была, ну, за семью, это в приоритете для меня, это святое. Всегда хотела брак раз и навсегда, на всю жизнь. И такое говорят, что разводиться, я только паспорт получила, у меня выдан паспорт город Москва, вот, не Владивосток, а Москва, вот, я взяла фамилию Димы, я сейчас Дмитренко, так что все у нас хорошо, и вам того же желаем. Я вот тоже не понимаю, да, я сейчас на своей странице вчера, сегодня даже скажу, сегодня выложил пост, да, что-то, ложь, провокации, это лишь бы просто, чтобы какие-то запустить слухи по поводу нас, что мы хотим развестись. Нет, мы не хотим разводиться, мы любим друг друга, да у нас сказала, все хорошо, лап, да, что друзья. Там дальше, следующее? Сейчас люди уже приедут за нами. Так иди переодевайся тогда. Ну да, ну надо сейчас уже. Я хочу пообщаться, я так соскучилась по вам. Оля самая красивая. Спасибо, мои хорошие. Какая настоящая фамилия Оли? Григоревская. Это девичья.
Сейчас я Дмитренко. Я люблю вас. Спасибо, и мы вас любим. Нас любят, так приятно, да? Хочу другу. Когда у вас будут такие же длинные волосы, вы меня поймете. Так, Дима, уважай. Уважаем друг друга. Вы тоже берегите, уважайте, любите, прощайте. Вот. Угу. Волосы обалденные. Спасибо большое. Мои волосы, мое богатство. Ну, надо собираться. Натурально. Надо собираться, потому что ребята едут и действительно уже скоро будут. Вся натуральная. Ты успеешь придеться? Да надо почаще заходить в прямой эфир. Я вообще так редко стала. У меня в последнее время просто забот, хлопот хватает. Вы знаете, я писала в посте в этом, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я знаю, что вы скучаете по мне, и многие, не все, многие. Я тоже очень безумна, и правда, времени вообще нет. Я думаю, ну сейчас вечером выйду. В итоге приходишь без задних ног, а еще надо ужин приготовить, мужа накормить, себя накормить все-таки. Ну как это, накормить, напоить, помыть, как говорится, спать, уложить, вот. Сказку на ночь прочитать, утром разбудить, опять накормить. Забот, хлопот у моей жены хватает. Владивосток, действительно, да, друзья, вот многие пишут также, когда приедете во Владивосток. Скоро приедем, сейчас делами раскидаемся. Но постараемся, как говорится, через два четверга быть у вас. Но постараемся. Но не обещаем. Хочется самой, я так хочу. Блин, креветки, медведки, камчатский краб, икра красная, Дима. Да ты что? Я так скучаю, там море, там еще тепло. Там наши родители, там мамочка моя. Вот пишут это, сколько мы вместе с тобой. Сестренка, вот. Я так хочу во Владик вообще. Мы в Москве остались, вот тут у нас работа. Решили здесь попробовать пожить. Вот. Квартира такая дорогая, блин. Пожалуйста, если у кого есть там связи или кто-то сдает квартиру хорошую, там, чтобы светленько было, чистенько, человеческие условия. Вот, пожалуйста. Мы готовы рассмотреть варианты. Угу. Также вопрос такой на засыпку задают тебе наши читатели. Оля, ты хоть раз это волосы свои стригла на лосо? Ну, это глупый вопрос. То же самое могу спросить. Вы вообще ненормальные, неадекватные люди? И мне, знаешь, бесит люди, когда человек едет за рулем, и ему говорят, ты что, пьяный? То есть, прикинь, он наколдырился, набухался и сел за руль. Это как чую вчера. Ну вы тупые. Вот я не знаю, вот как слово подобрать? Что вы чушь какую-то несете? Антифанатики, потому что пишут. Да гадости всякие пишут, я даже, знаешь, пропускаю мимо ушей. Также вот еще вопрос такой на засыпку спрашивают, Оля, сколько мы с тобой уже вместе? Сколько? Ответь на вопрос. Столько люди не живут. Столько люди не живут и не выживают. Не, на самом деле, достаточно, да. Очень долго, и дай бог на всю жизнь, чтобы наш союз был крепкий, счастливый. Как китайская стена, нерушимый. Вот, чтобы у нас были детки не один, а два. Двое хочу. Девочку, мальчика, дочку и мальчика, девочку. Сына. Ой, мы так и живем. Держимся друг за друга. А что здесь в Москве никого нет? Димка у меня вот рядом со мной, да я у него. Поддерживаем друг друга. Ценим. Бывает, ругаемся по мелочам. Так, повздорим, да через час помиримся. Вот. Кем ты работаешь? Ну вот проект мой хороший предложили. Я ж почему в Москве-то осталась? Уже пилот отсняли на пробу. Сейчас в сентябре уже запускаем. Сейчас человек, который работает, он сейчас на Первом канале ведущий, вот он будет со мной вести этот проект. Сейчас немножко у него там дела, он занят. В сентябре уже начнем чаще и тщательно всем этим заниматься. Так что потерпите, мои хорошие, уже сама хочу заняться любимым делом. Вот. Также пишите мне, что бы вы хотели бы видеть, может, какие-то рубрики. Я знаю, что вы хотите больше слышать о моих волосах. Вот. Хорошего. Какой косметикой я пользуюсь? Да я вообще минимум косметики, я не люблю. У меня очень много,
всяких помад, косметики. Я, вот знаете, были бы у меня здесь друзья, подружки, я бы, наверное, все бы ко мне приходили, я бы всех красила. Я обожаю, знаешь, там макияж наносить, mm-hmm. там. А сама себе вот как-то, ну, не знаю, не любитель. Да и времени как бы нет особо на себя. Пишут уже давно про малыша. Угу. С кем ты, может, общаешься? С Юлькой Фременковой. Где мой телефон? А, он второй же, у меня точно, у меня же здесь. Это для WhatsApp, а то для связи. Юлька сегодня мне написала. Олечка Дмитриенко, как дела? Как жизнь ваша за периметром? Да все хорошо. Люди интересуются, думают о нас, переживают. Приятно очень. Оставаться с людьми действительно в хороших отношениях. Это, конечно, очень весомо. И я ценю вообще людей, которые помнят обо мне, пишут. Естественно, ты к таким людям будешь тянуться. Дима, скажи хоть что-нибудь. Вот пишут все, скажи хоть что-нибудь. Все, молчу. Я как всегда, вот я люблю поболтать. Нет, ну я просто, знаете, пока вот кто-то мне там только так же написал, Дима, расслабь свои веки. Вот. Нет, друзья, я не напрягаюсь, я расслабленно сижу, слушаю свою жену, то, что она вещает вам, говорит. Вы также внимательно слушаете, пишете, задаете ей свои вопросы. Вот, по поводу... Я скажу по поводу того, что у нас все хорошо. А то, что был вопрос один компрометирующий. То, что Оля бьет ли Оля меня? Скажу честно, бьет, значит любит. Значит, есть за что меня бить. Вот. И ничего страшного. Да как это? Пускай бьет. Ага, я пальцем тебя не трогаю. Бей меня. Что ты вот честно говоришь, чушь всякую? Нет. Вот, ой, ладно, шутки шутками. Ну, как говорится, пошутили и хватит. Ну, ты же не все, видишь, и мог понимать. Сейчас подумай, что действительно тут тебя лопаш. Ну, ничего страшного. 50 оттенков серого никто не отменял, Мася. Да? Если мы любим с тобой... Это мой любимый фильм. Вот, я знаю. Если мы любим с тобой немножко ролевых игр поиграть, значит, это наше. Вот. Пускай учится пока, кто не ученый. Где обручальное кольцо, друзья? Вот обручальные кольца. У нас на руках. Обручальное кольцо. Вот. Многие пишут, где ой, в Караганде. В Караганде. У нас, кстати, недавно, знаете, вот заходил прямой эфир, и нас все в Караганду звали. Приезжайте в Караганду, ехать, не ехать. Ну, я также как бы разговариваю, говорю, ну, вы нам билеты хотя бы оплатите, чтобы мы к вам прилетели в Караганду. Но вот пока вот на данный момент что-то вот идутся переговоры, ведутся они, но пока вот не решили пока. В какую Караганду, когда мы полетим? Что там делать будем? Ну, нет, мои хорошие, не налево, я говорю на правой. Эта камера такую сторону делает, у меня кольцо на правой и у Димки на правой. Вот так вот. Камера искажает, делает левую сторону. Приезжайте в Астану, говорят. Друзья, мы бы вообще, вы знаете, честно, с Олечкой объездили бы весь свет. И побывали бы сами со всеми, и посидели бы, покупали. Но я скажу так, что приглашайте, пишите мне в директ, да, либо Оле. Вот. Лера, Таня, привет! Всем привет, Лера, Таня. Спасибо большое, Оля, ты супер. Оля себя неважно чувствует, но ничего. Я все смогу, справлюсь, все вытерплю. Пройду сквозь огонь и воду. Так что вот, сейчас на воздух поем гулять, да, на прогулку. Ладно, друзья, я со всеми прощаюсь с вами. Ненадолго, как говорится, но попрощаюсь. А Олечка уже это будет телефоночку заряжать. Потому что надо заряжать телефон. Спасибо, мои хорошие, что были с нами. Пусть всем спасибо. Мы к вам зашли так увидеться, поболтать по душам. Немножко с вами побыла. Вот, так что не прощаемся. Увидимся. Вернулись вот в эту же квартиру, видите? Вот. Ой, так и живем вот здесь. Что, лампочка у него тут люстра не повешена. В комнатах есть. Дорогая квартира, конечно, но зато здесь все есть. Все близко, все в двух шагах. Вся инфраструктура. Вот красивый вид такой, видите? Круто, конечно, здесь бы квартиру бы свою иметь, собственную, в Москве. Ну, здесь район такой, вообще все рядом. Цены, конечно, в Москве дорогущие.
И не хочется продавать во Владике. У меня есть жилье, у меня квартира, у Димки там квартира. Хочется заработать, купить здесь, чтобы не продавать. Надеемся, может, за год заработаем. Москва не сразу строилась. Вот, пока снимаю. На первое время ничего страшного. Многие люди приезжие оставались в Москве, приезжают, снимают жилье. Чушь не несите всякую. Какие вы противные. Господи. Спасибо большое, Катя. Угу. Да, мы во Влад планируем, поедем скоро. Обожаю тебя. Спасибо. На недельку. Слетаем туда-обратно. Ну, чуть позже. Это через месяц. Так нравится здесь район, птички, детки гуляют. Вообще такой спокойный спальный район. Обожаю. Спасибо, моя хорошая. Ну не вы же все противные, а кто пишет гадости. Ну вы же должны понимать, мои хорошие, не берите на свой счет. Я же людям говорю, которые пишут, не думая вообще, что говорят. Точно не в себе. Вот я тоже не понимаю, зачем спрашивать по 1000 раз? Привет, Домодедово. Были мы там, Царицына рядышком с вами. Ну, проезжали мимо, хотели погулять. Ну, ладно уже. Позже. Надеемся, еще застанет тепло. Съездим обязательно. Здесь столько парков, столько мест для прогулок. Вообще Москва, конечно, в этом выигрывает. Димка в комнату пошел. А, да ты чего? Он в прямом эфире, что ли? Только что со мной здесь был. Я думал, он пошел одеваться. Привет, Нью-Йорк. Ой, там, наверное, у вас хорошо, в Нью-Йорке, в Америке. Все для людей. Здесь приходится. Ну ничего, выкарабкаемся. Как отрастить волосы? Не красьте волосы. Свой цвет волос натуральный. Тогда отрастите. Ухаживайте. Делайте маски, процедуры. Сейчас много всякого. Средств разных для волос. Постригайте каждые 3 месяца кончики обязательно. И будет у вас красивый, ухоженный, богатый волос. Ой, вид такой вообще обалденный, потрясающий. Антон, привет. Угу. Да, счастье любит тишину. Так что вот. Ой, к нарощенным волосам, ну, да я как-то не знаю. Я, наверное, могу войти в положение девчонок, у кого короткий волос. Конечно, это же время, года нужно, чтобы отрастить. Терпение. Поэтому они наращивают волосы, хотят себе длинные. Ну, это ж портится тоже. Лучше перетерпеть и отрастить свои. Не красить волосы, не наращивать. Это ж портится тоже все. Структура волос. И потом еще хуже. Вдвойне. Ничего нафиг не отрастет никогда в жизни. Что там он вещает? Где он? Димулечка! А, ну что ты вот как этот?
Ну мог бы со мной посидеть в прямом эфире. Вот. Ну, чё? Ну вот люди пишут, говорят, ну не надо меня снимать, Зая или это. Люди пишут, говорят, что, Димка, вы какаете вдвоем? Ты в одной комнате, я в другой. Ну ничего страшного, ты свое что-то рассказываешь ребятам, я что-то свое рассказываю ребятам. Так вот он хочет. Ну ладно, дело твое. Это твоя мама, Дима? Какая? Мама? Где моя мама? Где вы мою маму увидели? Типа моя мама написала что-то здесь. Вы прочитали, увидели? Мамочка во Владивостоке. Мама во Владивостоке, да. Ладно, мои хорошие, все, побежала я. Увидимся чуть позже. Все, муа. Лап, ну что это за прикол? Он берет, снимает меня. А это лапушка моя любимая, девочка моя, масенькая моя, лапочка. Красивая, да? У меня Карим, привет красивая. Тебе огромный. И поцелуй. Все, пока. А то я сейчас не уйду. Все, ты вышел с прямого? Угу. Все, зайчик, собираемся. Все, мы помчались, поехали. Все, всех целую, обнимаю. До встречи. Что-то многие пишут, вы в Владивостоке. А что, как подожди выйти-то? А, вот, заверши.